Итак, 20-долларовая сессия снова. Билеты номер 144, 143, 142 и 141. Очередной конкурс объявляется на победителя. Ну, давайте смотрим, надеемся. Скорее всего, будет там, может быть, выигрыш вот из этих 20 долларов. Может быть, выигрыш будет 5 долларов, да, среднестатистический. Но мы, конечно, надеемся, что шанс у нас есть что-то интересное выиграть. И мы бы этот шанс хотели бы схватить, как бы сказать, за хвост. Если бы нам это удалось, это было бы хорошо. О, 18, 18. Сколько? 10 и 10. Хорошо. 6. Нету нашей черочки случайно. 15, 12 и 21. Вполне возможно, что выигрыш будет 20 долларов, но мы надеемся на больше. 18 и 4. О, четверочка есть, да? 10 долларов. То есть суммарно тридцатник, да? 12 и 21. 12 и 21. То есть полтинник получается, да? Полтинник. Хорошо, это нас радует. Если я нигде не ошибаюсь, то 50 долларов. Билет номер 144. Победитель в этой сессии. Смотрим, будет ли кто-либо побольше. Перебьет ли кто-либо этот выигрыш. 50 баксов мы сделали, да? 22, 14, 33, 15, 19, 35, 13, 6, 9, 12, 34 и 24. Нет у нас таких. 30 и 16. 30 и 16. 1 и 10. 1 и 10. Не вижу я ничего такого. Значит, по всей видимости, этот билет не выигрышный. Жеванный билет есть. Давайте так, жеванный, но он будет миллионером. Он принесет нам миллион. Это. Что-то мы как-то ни мультипликаторов не видим, ни семерочек этих, да? Теоретически могли бы где-то нам и показать что-нибудь для разнообразия. 12, 10, 8, 18 у нас было. 14, 6 и 1. 15 и 24. Не вижу я таких. 33 и 31. Тоже не видно. Итак, последний билет. Даже если он выиграет 51 доллар, он будет победителем. Ну, получится у нас сделать первый билет или нет? 15, 34, 32, 13, 35... 11, 30, 33, 29, 10, 14 и номер 16. Повторяю, всех номеров я не вижу. Выигрышные номера 21 и 24. Не вижу таких. 12 и 6. 12 и 6. Тоже нет. Ну, в следующий раз. Значит, победитель... Победителем у нас оказался билет под номером... Первый билет, да? 144, 50 долларов.